Это итоги недели. В студии Мария Бересневич. Здравствуйте. А вот заголовки уходящих 7 дней. Местный сбор, увеличенные надбавки и китайский автопром. В Беларуси появится новый бренд G-Tour. Когда ждать первую модель? Алло, это горячая линия. В горосполкоме рассмотрели результаты работы с обращениями граждан. Достигнуто значительное снижение количества обращений по вопросам здравоохранения. Что больше всего волнует жителей? Найти и обезвредить. В стране снизилось количество заболевших онкологией. Согласно статистике, у каждого пятого жителя планеты диагностируется рак в течение жизни. Как обстоят дела в Бобруйске? О вкусах спорят. В трех местных школах введено экспериментальное меню. Чтобы питание соответствовало хорошему развитию детей. Каким блюдам теперь там нет места? Массовое увольнение, масштабная забастовка и музыкальный форум. Ливерпуль примет международный конкурс песни «Евровидение». Кто будет решать судьбу путевок в финал? Африка усиливает свое планетарное влияние, и Беларусь рассчитывает закрепиться в регионе надолго. Именно так Александр Лукашенко обрисовал перспективы континента на переговорах с президентом Зимбабве и подчеркнул: «Наша страна всегда готова подставить плечо». За 5 лет товарооборот между государствами увеличился в 15 раз. В Африке уже работает совместная компания по добыче полезных ископаемых. Запущены новые программы в аграрной сфере. Ведется строительство электростанции. Основой продолжения сотрудничества станут инвестиционные и кооперационные проекты. Прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь Западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы и сельхозтехника, а американские и немецкие. Вы должны помнить, нас разделяют немалое расстояние, но мы готовы всегда помогать вам. Мы готовы принять вашу помощь. Мы готовы вам подставить плечо в любое время, в любом месте, решая самые сложные проблемы и задачи. Этот год будет для вас непростым. Я рад видеть вас оптимистами и видеть в лице своего друга самого настоящего оптимиста. Один из итогов трехдневного визита – контракты на поставку белорусской техники. Документы подписаны с Гомсельмашем, Минским моторным заводом, Бобруйско-Громашем и МТЗ. В ближайшие 2 года последний поставит Зимбабве более 3500 тракторов. В прошлом году впервые за 50 лет страна полностью обеспечила себя зерном, во многом благодаря технике «Беларусь». Развивать сотрудничество мы намерены и с Объединенными Арабскими Эмиратами. В числе приоритетных направлений – продовольствие, зеленые технологии и IT. Кроме того, ОАЭ могут способствовать выходу наших товаров на рынки других государств. Внешнее управление, банковский кодекс и социальные выплаты. В Беларуси изменились размеры пособий по уходу за детьми до 3 лет. Насколько? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Правительство определило порядок передачи иностранных компаний под внешнее управление. Теперь оно может быть введено, если фактически организацией никто не руководит или управляет некомпетентно. Все для того, чтобы не оставить трудовой коллектив без работы. Мера не действует в отношении предприятий, которые уже находятся в процессе ликвидации либо признания банкротства. Сбор за пересечение границы на машине введен в 3 областях Беларуси – в Брестской, Гродненской и Витебской. 37 рублей вне зависимости от количества пассажиров. На таможне нужно предоставить чек в бумажном или электронном виде. Документ должен содержать фамилию плательщика или наименование организации, дату и сумму, регистрационный номер транспорта и назначение платежа. Срок действия нововведения – до 1 января 2025. В Беларуси могут ограничить размер штрафов и пений за просрочку выплат банковских займов. Проект закона уже подготовлен. Планируется запретить в договоре повышенные проценты за пользование кредитом, если человек не вернул средства в срок, а также сократить список случаев, при которых финансовое учреждение вправе требовать досрочное погашение. Ожидается, что новый кодекс исключит чрезмерную нагрузку на кредитополучателей.
В стране повышается бюджет прожиточного минимума до 341 рубля 48 копеек. В этой связи автоматически пересматриваются различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты. Изменятся и размеры пособий по уходу за детьми до 3 лет. На первого теперь положено почти 606 рублей, на второго и последующих – свыше 692, на ребенка-инвалида – 779. В Беларуси появится новый китайский бренд G-Tour. Первая модель поступит уже в марте. Цены в Поднебесной на эти авто стартуют от 13 500 долларов. Стоимость при реализации на территории нашего государства пока неизвестна. Известно, что кроссоверы будут поставлять не напрямую из Китая, а с завода в Казахстане. Добро пожаловаться! В Бобруйске прошло заседание горосполкома. Основная тема – обращение граждан. Только в прошлом году их зафиксировано свыше 2000. Половина приходится на сферу ЖКХ. Второе место занимает вопрос строительства, третье – жилищный фонд. Больше чем в 2,5 раза снизилось количество запросов в системе здравоохранения. Что еще волнует горожан, узнала Ольга Васенда. На заседании Бобруйского горосполкома обсудили результаты работы с обращениями граждан за минувший год. Специалисты зафиксировали свыше 2400 предложений, заявлений и жалоб. По каждому вопросу есть ответная реакция и принятое решение. Причем половина касается сферы жилищно-коммунального хозяйства. На втором месте – архитектура и строительство. Замыкает тройку – жилищный фонд. То, что касается асфальтирования дворовых территорий. В этом году выделены средства благоустройства дворовых территорий. Устройство площадок. Это все мы сделали. Кровь из носа. Рассмотрели здесь и вопросы капитального ремонта. В перспективной программе на 2023-2027 почти 90 домов. Первые в списке на этот год – Ковзана 40 и 50, Островского 54, Советская 84, Минская 105, Октябрьская 136, Орловского 34, Горелика 57, Западная 22, Гагарина 10 и Рокоссовского 58. Если говорить о запросах в ЖЭУ, большинство из них сезонные. Зимой заявки в основном касаются очистки крыш от снега и сосулек, весной – обрезки деревьев, летом – покоса травы, осенью – работы системы отопления. В соответствии с законом обращения подаются в письменном и электронной форме. Также могут излагаться устно в ходе проведения личного приема. В ЖЭУ-8 за 2022 год было зарегистрировано 104 обращения. Также существует единая служба «Контакт-центр 115». Статистика показывает, в 2022 стало меньше обращений, которые касаются МВД, сфер торговли, транспорта и образования. Снизилось и количество вопросов, которые входят в компетенцию органов юстиции. Положительная динамика отмечается и в области социального и пенсионного обеспечения. Специалисты зафиксировали всего 34 таких заявки. Достигнуто значительное снижение количества обращений по вопросам здравоохранения. У нас поступило 20 таких обращений, годом ранее их было 54. Мы связываем это с тем, что стабилизировалась ситуация эпидемиологическая в Республике Беларусь. Вопросы по 196 административным процедурам берет на себя служба «Одно окно». Консультации, справки из государственных регистров, кадастров и банков, оформление документов на получение земельного участка и кредита. Здесь нет необходимости обивать пороги разных кабинетов и обзванивать десятки инстанций. На все про все уходит до 15 минут. Самые частые запросы – постановка на учет нуждающихся, реконструкция частных домов с подключением электроотопления и получение различных субсидий. Для удобства клиентов установлена электронная очередь, а также обновлена полностью вся компьютерная техника в службе «Одно окно». У каждого специалиста новый компьютер, многофункциональное устройство, что позволяет качественно, достаточно быстро работать. Еще одна не менее действенная форма – горячая линия. Жители могут обратиться как в Первомайскую и Ленинскую администрацию, так и напрямую в Бобруйский горосполком. На звонки отвечают по будням с 8 до часу и с 2 до 5. К слову, особую важность работы с обращениями граждан на современном этапе не раз подчеркивал президент. Будь то отсутствие необходимой транспортной инфраструктуры в частном секторе или вопросы, связанные с трудоустройством. Ольга Васенда, Максим Галюк. Итоги недели. Болезни и приговор. В Беларуси за 3 года снизилось количество заболевших онкологией на 4000. Медики излечивают до 80% пациентов. Остальным значительно продлевают жизнь. Более 10 лет в стране работают скрининговые программы. Они позволяют обнаружить рак различных органов на ранней стадии. С 2017-го действуют они и в Бобруйске.
Только за прошлый год в них приняло участие свыше 11,5 тысяч человек. Подробности далее. Предупредить болезнь и вернуть к нормальной жизни. Больше 10 лет в стране работают программы по выявлению рака различных органов на ранней стадии. В Бобруйском межрайонном онкологическом диспансере с 2017-го действует скрининговый центр, оснащенный самым современным оборудованием. В год здесь ставят порядка 130 диагнозов рака молочной железы. Он может развиваться бессимптомно. Именно поэтому так важно вовремя провести обследование. Особенно это касается женщин 50+. Но не только. По достижении 25-летнего возраста посещение врача-маммолога должно стать регулярным, не реже раза в год. За прошлый год через эту программу проведено 3240 женщин и выявлено 11 раков, все на первой стадии. Надо отметить, что эта программа довольно эффективна, потому что выявляемость происходит на ранних стадиях, то есть первой и второй стадии, что в дальнейшем способствует более простому и более успешному лечению рака молочной железы. Предотвращение рака – одна из самых актуальных проблем современности. По статистике, у каждого пятого жителя планеты диагностируют онкологию. На нее приходится более 20% смертей. Врачи действуют на опережение. В Бобруйске во всех поликлиниках организованы скрининговые кабинеты, в которые могут обратиться люди даже без симптомов. При обнаружении проблемы пациентов отправляют в центр. Здесь они проходят широкий комплекс обследований. В 2022 году в программе скрининга поучаствовало 11 718 человек. Из них важно отметить, что на первой и второй стадии заболевания злокачественного образования было выявлено в 47 случаях. Злокачественная опухоль ободочной и прямой кишки занимает третье место у мужчин после онкологии желудка и легкого, а у женщин после рака молочной железы и кожи. Подлежат обследованию люди от 50 до 60. По желанию пациента процедуру можно сделать под наркозом. В первую очередь скрининг рекомендован тем, кто страдает воспалительными заболеваниями кишечника, полипами или тем, у кого в семейном анамнезе не все гладко. Именно благодаря данному аппарату, а мы проводим аппаратом экспертного класса, мы можем не только увидеть неоплазии, а также их удалить, что является радикальным методом лечения колоректального рака в будущем, что позволяет намного снизить вероятность развития колоректального рака. В конце прошлого года онкодиспансер получил новый аппарат УЗИ. Он позволяет не только выполнять ультразвуковое исследование сердца, брюшной полости, щитовидной и молочной железы и других органов, но и делать пункционные биопсии различных подозрительных образований. Кроме того, в арсенале медиков есть и портативный прибор, с помощью которого можно обследовать тяжелых пациентов в реанимации и выезжать на дом к постели больного. Выполняем пункции и трепан-биопсии предстательной железы, участвуем в скрининге республиканском. Помогаем скринингу молочной железы. То есть под контролем УЗИ выполняем пункции, чтобы для более точного получения материала. Чтобы вовремя выявить рак предстательной железы, мужчины сдают кровь на простатический специфический антиген. Его высокие значения – сигнал для дальнейшего обследования. В группе риска представители сильного пола после 50. Они должны делать анализ каждый год. В диспансере созданы все условия для удобства пациентов. Все, кто участвует в программе скрининга различных видов онкологии, обращаются в окно номер 3, минуя общую очередь. Относятся к пациентам врачи хорошо, доброжелательно, не грубят, ничего. Если что-то спросишь, что-то непонятно, объяснят, куда обратиться, куда зайти. Для наших врачей слово «онкология» уже давно не приговор. В Беларуси излечивают до 80% пациентов, остальным значительно продлевают жизнь. И в этой борьбе значение скрининговых программ трудно переоценить. Большой вклад в противостояние со смертельной болезнью вносят ученые. За 10 лет в республике зарегистрировано порядка 15 препаратов против рака. К нам за лечением едут со всех уголков мира. Количество спасенных ежегодно исчисляется тысячами. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Релакс со знаком качества.
Белорусские здравницы бьются рекорды посещаемости. В 2022 в пансионатах и профилакториях Могилевской области отдохнуло почти на 10% больше человек, чем годом ранее. Продано свыше 45 тысяч путевок. Выручка от реализации услуг – 32,5 миллиона рублей. Среди гостей значительная часть – иностранцы. Лечебные учреждения существенно обновили оборудование. На это направлено свыше 3 миллионов рублей. Из этой суммы наибольшее количество средств санаториям имени Ленина и Шинник. Санаторий Шинник принял в 2022 году на санаторно-курортное лечение более 4 тысяч человек. В настоящий момент загрузка санатория 100%. Мы можем предложить широкий спектр медицинских услуг. Из новинок санатория огромным спросом пользуется ударно-волновая терапия, карбокситерапия. Шинник запустил программу «Здоровые глаза». Теперь отдыхающие могут пройти комплексное офтальмологическое обследование. А санаторий имени Ленина освоил системную озонотерапию, которая обладает широким спектром лечебного действия. Здесь же косметологи предлагают целый комплекс инновационных омолаживающих процедур. Минимум фастфуда, максимум витаминов. В бобруйских учреждениях образования проводится гастрономический эксперимент. Ученики тестируют обновленное меню. Его дополнили полезными новинками. Это пудинг из рикотты, мясные трубочки с сыром, рыба, запеченная в сметане и многое другое. В проекте участвуют 3 школы – 2, 8 и 17. Татьяна Горбач о том, чем кормят наших детей. Звенит звонок. Не на перемену он зовет, а приглашает подкрепиться. Утро в школьной столовой – это целая история из детства. Вкус многих блюд запомнится на всю жизнь. Поэтому принцип «что дают, то и нужно есть» давно устарел. Оттого и решаются в Бобруйске на эксперимент. Завтрак современного ученика состоит из 3 слагаемых – вкусно, сытно, полезно. Ароматный люля-кебаб, картофель, запеченный в сметанном соусе, хрустящие овощи, кофейный напиток и 2 вида хлеба на выбор. Наша задача сегодня, участвуя в эксперименте в рамках города, чтобы питание было вкусным, чтобы питание соответствовало хорошему развитию детей. И, конечно же, этот эксперимент позволит выявить вот вкусовые предпочтения наших учащихся. Морская капуста, перловая каша, молочный суп лидируют в антирейтинге учеников. Поэтому задача перед технологами стоит сложная – в корне изменить ситуацию, чтобы и дети были сыты, и родители не переживали за питание. Разрабатывает новое меню для 17-й школы комбинат «Куполинка». Мы стараемся готовить с душой, с любовью, в общем, как дома. Детки очень любят, когда идет и птица. То есть либо это будет котлета, либо кусочками жареное филе, либо бедро запеченное и с гарниром каша, либо пюре. 2-я и 8-я школы тоже участвуют в проекте. Повар в этой истории – главное действующее лицо. К приготовлению специалисты подходят творчески. Среди новинок – шашлычок-петушок, пудинг из рикотты, мясные трубочки с сыром, рыба, запеченная в сметане, котлета-загадка с добавлением творога. При этом соблюдают баланс жиров, белков и углеводов. Каждая калория на счету, поэтому жирное и острое под запретом. В школе кормят очень вкусно, еда всегда свежая, теплая. Какао, все напитки всегда вкусные, все идеально просто. После 3 уроков бежишь в столовую, чтобы быстрее съесть то, что нам дают. Всегда дают вкусно, всегда съедаешь и относишь пустую тарелку. Мне очень нравится, как кормят в школе. Особенно нравятся шашлыки, котлеты. После 3 урока я уже успеваю проголодаться и ем с большим аппетитом. Отдельное внимание буфетам. Здесь ставка на здоровое питание. Выбор большой. Есть блинчики с мясом, салаты на любой вкус, молочные коктейли и многое другое. В то же время заметно поредел ассортимент фастфуда. Полностью исчезли чипсы и газировка. А смаженки и хот-доги продают теперь только 2 раза в неделю. Проводим анкетирование учащихся, опрашиваем их мнение, причем именно с учетом каждого блюда. Дети дают оценку по 5-бальной системе. И вы знаете, средняя оценка 4-4,5-5 баллов. Гастрономический эксперимент по организации школьного питания проходит по всей стране. В нем участвуют все области и столица, всего больше 20 учреждений. Новшества касаются не только меню, но и количества приемов пищи. Оно напрямую зависит от времени, которое ребенок проводит на занятиях. Плюс дети сами выбирают блюда. Нововведения в этом году затрагивают и оплату обедов. Теперь средства переводятся не авансом, а раз в месяц не позднее 25 числа на расчетный счет управления по образованию в доход бюджета. Цель у государства одна – вывести систему школьного питания на качественно новый уровень. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.
Политическая инертность, музыкальная феерия и долгосрочный прогноз. Коронавирус все еще остается чрезвычайной ситуацией в мировой системе здравоохранения. Что будет дальше? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Ряды польских пограничников пустеют. Сотрудники массово увольняются. Только за январь этого года 1100 человек подали рапорты. Это в 2,5 раза больше, чем за весь 2022. Тенденция объясняется нежеланием стражи выполнять политические приказы. Военные вынуждены затягивать контроль, из-за чего дальнобойщики неделями стоят в очередях. А жители приграничья оказались заблокированы в собственных домах. Также многие не хотят применять насилие к беженцам и оказывать давление на волонтеров, которые пытаются помочь мигрантам. COVID-19, считают ученые, скорее всего, будет постоянно пребывать в списке наших болезней. Прошло 3 года с тех пор, как ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса нового типа. За это время он унес около 7 миллионов жизней. По мнению экспертов, надвигаются и другие пандемии из-за близкого взаимодействия людей и животных, вызванного такими факторами, как изменение климата и интенсивное сельское хозяйство. В Великобритании прошла самая масштабная за 10 лет забастовка. Ее участники требовали увеличения зарплаты учителя, преподаватели университетов, машинисты поездов, водители автобусов, сотрудники аэропортов, госслужащие. Почти 500 тысяч человек по всей стране вышли на протест. Это привело к практически полной остановке общественного транспорта и перебоям в полетах самолетов. Половина школ не открыли свои двери, а в тех, что заработали, количество уроков сильно сократили. Граждане Туниса проигнорировали парламентские выборы. Явка была рекордно низкой. В первом и втором турах проголосовали всего по 11% избирателей. Политическое событие бойкотировала оппозиция «Альянс» – фронт национального спасения. Независимые наблюдатели и журналисты заявляют о нарушениях в ходе голосования. Летом 2021-го президент заявил, что страна неуправляема, наделил себя расширенными полномочиями, объявил о частичной приостановке действия Конституции, а спустя время распустил депутатов. Они пытались отменить исключительные меры и указы главы государства. 67-й международный конкурс песни Евровидения пройдет в Ливерпуле. Несмотря на победу в прошлом году, Украина по соображениям безопасности не сможет принять форум. Согласно новым правилам голосования, решать судьбу путевок в финал будут зрители со всего мира. Туда автоматически попадут страны-основатели – Германия, Италия, Франция, Великобритания, Испания, плюс Украина. Всего в музыкальной феерии принимают участие 37 государств. Полуфиналы и финал состоятся 9, 11 и 13. Мая. Лозунг в этом году – объединенные музыкой. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Мария Бересневич. Новая неделя – новые итоги. Увидимся.